Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, заходим на арену и забираем с тобой награду. 21 карточка на ведьму. Джиггернаут, 14 карточек, слушай, хорошо. И плюс на жнеца. Выпало нам 24 карточки. Ну что, новый сезон, понятное дело. А это у нас какой? Майский, конечно же. Майский сезон. Противник найден. Выбираем, наверное, вот эту вот нашу команду. Поехали. Так, ну что, кого тут призвать? Я думаю, здесь достаточно будет, наверное, и Вуджена одного. Да? Давай проверим. Вышел. Просто всех. Одним ударом уничтожает. Ну и, конечно, Сунь-Юкун вышел. Тыч. Все, ребят, 3 секунды, как говорится, и база разбита. Долго мы с ними тут не начали тютюкаться. Так, ну что, забираем нашу команду с тренировки. А выбрать... Я какой отряд отправил? Ё-моё, ребята, вот это я лопух... Вот это я лопухнулся, отправил отряд. Жесть какая-то. Блин, я же хотел вот этот. Но этот отряд тоже мы... Давай-ка отправим, наверное... На тренировку. Сюда. Блин, это же надо было так лопухнуться-то. Отправил тоже мне, а? Невнимательно. Ну что, ребят, давай посмотрим, что у нас на ежедневке. Так, ползун. А нужен ли нам ползун? По-моему, нужен. Так, где у меня ползун? Вот он. Да, ребята, ради ползуна стоит побороться. Ну что, поехали. Собери свой отряд. Здоровски. А смогу ли я таким отрядом здесь выиграть? Вот в чем вопрос-то. У него ползун и зомби-камикадзе, как ты видел. Интересно, девки пляшут. Ну давай проверим. Попробуем, я не знаю, что получится из этого всего. Сейчас взорвется. Всех наказал, да? Ох, сейчас хлопнет. Этот бежит, наяривает. Бомбите, бомбите вражеский замок. Ага. Ты посмотри, что вытворяет. Ты только на него полюбуйся. Блин, он просто без остановки. Он стопом делает. Нам всего лишь пару ударов осталось сделать. Есть. Ну что, ребята, здесь мы победили. Соответственно, забираем с тобой награду. И это 23 ползуна. Ну что, я продолжаю тогда. Дальше тут, ребята, выбор очевиден. У нас всего лишь дается троечка, да? То есть башня, дается нам крестьянин и дается мечник. Выбирать, как говорится, не приходится. Так, ну что же, давай будем сейчас также все это дело набирать, собирать. Мы даже урона не наносим-то, какого бы я хотел. Ой-ой-ой-ой, что же мы сделали-то?
А мы сделали немножко не то. Да. Я так не успею ни шиша сделать, блин. Опять этот зомби, а? Давай, родные мои, бегите, как птицы. А я сейчас взрыв-то какой мощный. Просто всех ушатал. Просто он взял и ушатал всех абсолютно. Так, все, ребят, максимальное количество манны. На тебе. Все, все сработало великолепно. Так, ну что, друзья, 18 карточек, по-моему, должно быть, насколько я помню. А, 13. 13 карточек на ползуна. Ну и последний у нас бой. Я надеюсь, он тоже пройдет хорошо. Поехали. Мы с тобой один фаербол, конечно, немножко лопухнули. Я его запустил во время того, когда он начал использовать ульту, и этот фаербол попал по ползуну. Так бы мы этот замок давно бы уничтожили бы. Ну а пока выпускаем крестьянина. Пока будем выпускать крестьянина. Замечательно. Один фаербол попал куда нужно. Давай, 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 без остановки. Тоже будем клепать нон-стопом. Слушай, ну пока все отлично. Вот это вот плохо. Вот это было сейчас нехорошо. Фаербол. Есть. Ну что, ребята, вот вам приблизительная тактика, как нужно проходить это событие именно такими бойцами, которые у нас есть. Так, забираем с тобой последние 8 карточек и переходим на основную сюжеточку. Да, но у нас всего лишь 3 отряда получается в запасе. Так, здесь территория захватчиков. Ну что, возьмем, наверное, вот эту вот для начала. Попробуем здесь разобраться. Так, ну что, голем у нас, если что, будет на изготовке. Потом сразу выпускаем ниндзю. Ну, как-то вот таким вот образом. Тут главное ниндзю не забывать. Да, выполз страж. Ух, вот это вот уже не очень хорошо. Справились. Прикинь, мы справились. Ну что, первая победа за нами. Но это только начало. Так что не раскисаем, руки не опускаем. Ага, и портал у нас потом будет. Ого, тут хищнец. Ну что, против хищница мы обычно с тобой берем вот этот отряд. Где у нас щитобот, молотильщик. Да-да-да-да-да. Сейчас начнется. Жит. Так, теперь нам нужно копить на паладина. Угу. Смотри, смотри, нифига, он там отхиливается. Ты что, совсем что ли припупел? Иди сюда. Так, что-то пошло не по плану, друзья. Что-то пошло вообще не по плану. Ты посмотри.
Ёк-макарёк. Да хорош. Да что ж ты будешь делать-то? А ты посмотри. Что происходит? Как я... Я офигею, ты посмотри. Этого-то забыли. Все, друзья, фейл, прикинь. А вот как это получилось, я не понимаю вообще. Мы никогда вот с этими охламонами не проигрывали. Я такого не помню. Так, ладно, надо ускоряться, потому что мы уже все равно получили повреждения. Я, конечно, в шоке от этого всего. Нет, так дело не пойдет. Надо переигрывать однозначно. Ну, чтобы я сфейлился здесь. Да. Хорошо, давай я возьму вот этот отряд. Имбовый наш. Посмотрим, кто кого. Так, Ронин. Отлично. Начало, как говорится, положенное. Ох, Ронин наяривает, будь здоров. Все. Ну, меня, конечно, немножко удивило, что мы с тобой не смогли забомбить их здесь. Как-то вообще все пошло не по плану. Ну что, здесь возьмем этот отряд. Здесь еще и пришелец у них, не забывай об этом. Поэтому надо будет пришельца отвлекать, скорее всего, нашим ползуном. По возможности. Угу, вот он. Полетел Икар. Ну и что это, блин? Зашибись. Так, бомбажим тогда. По-черному по ним. Давай, ребята, не раскисаем. Есть. Да, пришелец, конечно, вредитель. Что я могу еще сказать по этому поводу? Но вроде бы все прокатило. Так, здесь хищнец. Хищнец плюс тритон. И, ну, здесь, по-моему, нету УФО. Насколько я правильно посмотрел. Слушай, я сейчас, наверное, богиню солнца тогда призову, и пускай она идет в атаку. И, блин, не прокатило с богиней солнца, ладно. Не надо тритона сюда только. Эй! Так, это нам повезло, что мы его застанили. И тритона, кстати, уничтожили. Ну все, в принципе, тут уже, наверное, победа за нами будет. Но это не точно. Хотя уже все, да, ребят. Ну куда ты прешь, а? Хищница-то тут назойливый выбежал, побежал уже в нашу сторону. Ну, тут понятное дело, что надо брать имбовый отряд, потому что это лорд пустоты. Если он тут раскочегарится, мы его не сможем пройти. Поэтому я и взял вот эту нашу команду, супер-пупер элитную.
Эх, Ронин, Ронин, Ронин. Сейчас тебя похитят. Ронин выбегает. Тыч. Так, спасибо за карточку. Надо этого вырубать. Ну что, что, что зависло? Ну что, ребята, просто взяла и вылетела во время битвы игра. Представляешь? Как будто специально. Ну, я уже там выигрывал практически. Она взяла и вылетела. И энергию, по-моему, забрали, да? Если не ошибаюсь. Ладно, фиг с ним. Все равно накажу. Что-то как-то не задалось с самого начала, да? Что мы отряд отправили в никуда, блин. На тренировку, не то, что нужно. Теперь здесь это произошло. Так, все, пришелец улетел. Ну, Ронин, ну я думал, ты выбежишь. Рубанули. Так, давай, 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 бомби. Ну как же ты медленно, на ускорении ты намного лучше. Шпаришь. Все, ребят, победили. Победили и забираем сундук. Сундук захватчиков. Это все у нас прокачано. Ну а вон, друзья, и портал. Так, жрица, 15 карточек. Фехтовальщик, 15 карточек. И пес храма, тоже 15 карточек. Ну что, ребят, очередной портал. Квест завершен, странник. Нас встречает долина подданных. Потом идет территория роботов. Долина нефритовая. Территория захватчиков, опять роботы. То есть два раза повторяются роботы. Окей. Ну что, здесь довольно легко должно быть, по идее. Потому что тут у нас и фехтовальщик, и... Так, и рыцарь. Но я, наверное, все-таки возьму вот этот отряд. Хочу именно за него поиграть. Понятно, сейчас пойдет фехтовальщик. Нам, значит, нужно будет с тобой вызывать щитобота под прикрытием. Ах, вот так вот. Тогда планы меняются. Так, пили, 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 пили. Пилите шуры, они золотые. Всадник на журавле нам тут поможет. Отлично, иди сюда. Ай, красота, смотри, сразу двоих. Ну все, тут шансов уже на победу нету противника. Самый главный козырь, друзья, нельзя им давать здесь расплодиться. Если они здесь начинают уже накапливать свою армию, да, то все, можно проиграть. Они просто задавят, как мы давим его своей вот этой вот массовостью. Окей, двигаемся тогда дальше. Двигаемся дальше, это у нас второй. Второй раунд, я думаю, не будем ничего менять. Фехтовальщик, ну тут прибавляется копеечца. Ну что она сделает? Ничего не сделает. Я бы даже с удовольствием бы позвал бы на помощь к нам. Тихо. Друидку, но не получится. Не успеем накопить. А так было бы прикольно. Двоих сразу же. Правильно, молотильщик, так и надо делать. Как говорится, хоть погибну, но с собой прихвачу несколько, да? Да. Копейщик пополз там. По земле его тянет. Ну что, победа? Конечно, победа. Куда ж ты денешься, браток с подводной лодки, да? Ну а мы двигаемся дальше на третью миссию. Тут всего лишь прибавляется лучница. Для нас это ерунда. Единственное, да, она может поджечь противника. То есть она поджечь может моего юнита, и он будет гореть. При этом получая урон.
Ох, ты смотри, какой жук. Ну-ка. Быстрее, быстрее, быстрее. Там оглушили. Ребята, они глушили. Нет. Да как у лешего, блин, получил урон. Ё-моё, ну как так-то? Что сегодня за игра? Ну, я не знаю, прям не задалась, друзья. Не задалась, и все. Фейлимся просто на ровном месте. Да что я тут тютюкаюсь? Давай ускоряться, потому что в любом случае надо переигрывать. Да... Не задалось, точно. Так, у нас здесь всего лишь одна энергия осталась. Да куда ты меня отправляешь? Не надо мне туда. Я хочу здесь отстоять. Блин, ну неожиданно, конечно. Просто неожиданно. Взяли и разбомбили. Наверное, надо все-таки начинать с паладина. Пока паладин есть, вызываем молотильщика. Да, совсем по-другому все. Расклад вообще выходит как нельзя лучше. Видишь, этот мечник, он может станеть. Это большущий, огромный минус для нас. Что-то уже кончилось это влияние, а он все там катится. Так. Забомбили. Лучницу запиликали. Ну и, я так понимаю, все уже, прижучили мы вражинку. Классно, красиво, изумительно, что я могу сказать. Ну а теперь, по-моему, последний у нас бой. А, нет, 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 ошибаюсь, предпоследний. А что у нас? Блин, разбойник. Бродяга там, оказывается, прячется. Прячется, вот он, вот он, вот он. Так, ну что, мы его будем подлавливать, наверное, на мага-воина. Тих, готов. На, даже не успел пикнуть, фехтовальщик. Я еще вызову чумнуху. Смотри, ураганчик на него не действует. На тебе. Это там наяривает. Слышал, Ронин? Хыч-хыч, просто рубашит одного за другим. Как будто капусту шинкует. Ну что, а вот уже последний этап. И здесь возьмем наш имба-отряд. Здесь король. Босс, ну я думаю, что он даже не высунется. Мы успеем забомбить до того, как он появится. Как мы обычно это и делаем. Вообще, в идеале ведьму позвать. И пускай он тут бомбит их всех. Ту-ту-ту. Ну давай сделаю так. Ронин бежит. Хопа. Видишь, поджог, как влияет. Все, Ронин сгорел. Замечательно. Ронин бежит, бежит, бежит. Хлоп. Все. Очень быстро тут разобрались. Ну что, забираем награды. Сундук подданных. Абсолютно все прокачано. Территория роботов. Да ладно, толкатель. Толкатель и бомбер. Кстати, бомбера давным-давно не было, да? Видно, вот он тут появился. Не запылился. Это какой-то склад, что ли, у них? Тут ящики у нас на отгрузку идут. Давай, наверное, так сделаем. Сейчас толкателя позовет. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё? Ух, успели бомбануть. Успели. Все, ребята. Блин, я думал, сейчас фейлимся. Нет, все хорошо получилось. Только вот зачем я применил сейчас суперудар, я не понимаю.
Давай, 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 есть. И бомбера уничтожили. Я думал, сейчас как бомбанет по моим ниндзям, и они распластаются. Но они благо справились со своей поставленной задачей. Вот когда они с репульсором идут вместе, уже начинается как-то не очень, ребят, хорошо себя чувствовать. Поехали. Такая эта жидкость там. Лава, не лава, а расплавленный металл. Так, ну хорошо, что у него тут вылетает бомбер. Попробуем сейчас вызвать богиню солнца. Вряд ли, конечно, да, вряд ли я успею. Да чтоб тебе, вот. И так еще долго стоят в этом стане, ребят. Вот что бесит-то. Долго не стоят. Оглушенные когда. Есть. Так, ну этому долго тут не повыпендриваться. Отлично. Так, получается, тут энергии больше нет, к сожалению, все. И у нас получается одна энергия всего лишь. Да, супер длинная серия у нас получается сегодня. Но главное, что мы перешли в портал. Получили награду. Блин, да просто я лопухнулся в самом начале. Поставил. Ой. Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Есть. Блин, и сам погиб. Еще один. Так, бомбер. Шел бы ты прочь, а? Толкатель, куда ты там? Прыгать он не собрался. Вот это я понимаю, наяривает. Есть. Ронин добил, красавчик. Блин, а самое обидное, что, конечно, больше энергии нету. И еще три раза, или сколько? Три раза мы, по-моему, сегодня проиграли. Так нелепо, если честно. Ну что, друзья, тогда я буду на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.